За ними, черт побери! Смотрите на нашем телеканале ежедневную информационную программу «6 новостей». Мы расскажем вам о важнейших событиях дня, а по воскресеньям о важнейших событиях недели. Чтобы быть в курсе дел, теперь не надо переключать кнопку. Оставайтесь с нами весь день. Канада, 1830 год. Дикая природа каждый день готовит испытания людям, вступившим на ее просторы. Порой жестокие и беспощадные. Но дружная семья Кэмпбеллов становится еще прочнее и крепче. Смотрите на нашем канале телесериал «Семья Кэмпбеллов». Бандитский район Чикаго, Чайна-таун. На улицах города развернулось настоящее сражение. Герой Дэвида Кэррадайна, ветеран Вьетнамской войны, хотел бы забыть свое боевое прошлое. Но его семье угрожает мафия. Вооруженный отпор. Смотрите 21 марта в 13:15. Испытание и еще раз испытание. Развод, трое детей, отсутствие работы и, конечно, денег. Пору умереть. Но нет, она не унывает. Она решает свои проблемы, и у нее хватает сил посмеяться над собой. Каждую субботу на нашем экране «Грейс в огне». Ричард Харрис, Жанна Моро, Александра Стюарт в психологической драме «Ваш билет более недействителен». Режиссер Джордж Кацендер. Смотрите 23 марта в 22:45. Каждое воскресенье смотрите на канале ТВ6 «Киновикторину». Первые три человека, правильно ответившие на все четыре вопроса, получат приз. Подведение итогов киновикторины смотрите в следующее воскресенье по окончании программы «Мое кино». «Импульс» — это духи аэрозоль для всего тела, сочетающие неотразимый аромат с эффективностью надежного деодоранта. Так что, когда незнакомец вдруг дарит вам цветы, он реагирует на импульс. Дел не в проворот. Лекции, семинары и море конспектов. А сейчас я просто зашиваюсь. Надо бы поднажать, но когда хочется есть, не до занятий. Хорошо, что именно сейчас появился Сникерс больше прежнего на 10% и за ту же цену. Это еще больше орехов, еще больше шоколада, еще больше батончика Сникерс. Но это ненадолго, так что ловите момент, покупайте сейчас, тем более что... Целых 10% бесплатно. Сникерс, полон орехов, съел и порядок. Golden Lady. Просто классные колготки. Обязательно заметят их и взрослые, и дети, чипсы, Starfus. Замечательный вкус. Сократить ваш путь по беде, лучший способ есть на свете, чипсы, Starfus. Вдохновляющий вкус. Повышают настроение и подарят вам везение, чипсы, Starfus. Поразительный вкус. Чипсы Starfus! Разнообразие вкусов на разные случаи жизни. Чего только собаки не сделают, чтобы получить фролик. Что случилось?
Эй, вернись! Собаки обожают фролик. Он сделан из свежего мяса, злаков, и в нем есть все необходимое для сбалансированного питания собаки. Какие упругие, аппетитные колечки! Фролик! Ради него собаки пойдут на все. Моей дочери требуется постоянное внимание и уход, как и моя кожа. Для ежедневного ухода за кожей необходимо нежирное и эффективное средство. Вот почему в Институте Понс мы разработали легкий дневной крем. Крем быстро впитывается и прекрасно увлажняет кожу, а также защищает ее от осушающего воздействия окружающей среды. В самом деле, Понс – нежность и уход каждый день. Каждый раз после еды, даже если вы немного перекусили, кислота начинает разрушать ваши зубы. Это воздействие может продолжаться несколько часов и вызвать кариес. Поэтому после еды жуйте Орбит без сахара. Эта жевательная резинка обладает великолепным вкусом, останавливает воздействие кислоты и сохраняет ваши зубы сильными и здоровыми. Именно поэтому Орбит без сахара – первая жевательная резинка, признанная Международной федерацией стоматологов. Всего одна дырочка, ничего страшного. Всего? Это же кариес. Одна в год, а сколько их будет, когда девочка вырастет? Тем более, что кариес может привести к потере зуба. Но мы же регулярно чистим зубы. Не все пасты одинаковы. Я рекомендую Блендомед с его втористой системой Флуористат. А лучшей защиты от кариеса не существует. Возьмем яйцо, половину которого обработано Блендомед с Флуористатом, и поместим в кислый раствор. Необработанная половина, утратив кальций, стала мягкой. Другая осталась твердой, так как Блендомед удерживает кальций. Подобным образом он укрепляет и зубы. Формула Блендомед признана многими ведущими ассоциациями стоматологов мира и России. У меня ни одной новой дырки. Теперь у нас здоровые зубы. Блендомед. Стоматологи свидетельствуют, лучшей защиты от кариеса не существует. Блендомед выбран Общероссийской стоматологической ассоциацией для образовательной стоматологической программы. Фруктовый йогурт Эрман номер один в Германии. Почему? Потому что он экологически чист, без консервантов и полезен. Эрман номер один в Германии. Вы его полюбите? Рано утром, днем и поздно ночью, сын с мужем, с Шурином и с дочкой, чай с кофе, с соком и не только, любит все рогалик этот есть. О, это замечательный вкус шоколада! За морем, океаном, есть чудо из чудес. В Бразилии далекой растет фруктовый лес. Джуси-джуси, джуси-джуси, и-хо! В Бразилии веселый фруктовый карнавал. Вкуснее в Бразилии нигде не видал. Джуси-джуси, а джуси-джуси, о-хо! Возвращение домой. Алеша добирался домой, отслужив 2 года на флоте. Наконец-то, сынок, совсем взрослый. Но мальчишки всегда мальчишки. Вы только посмотрите. Он так хотел быть при параде за ужином. И я решила попробовать новый Тайд. Новинка Тайд Экстра. Новые добавки придают раствору экстра силу, так что натуральная биоформула обеспечивает вашему белью не только экстра чистоту, но и экстра белизну. Тайд не подвел, форма снова стала белоснежной. Я не могла налюбоваться на Алешу. Вся наша семья им гордится. Новинка Тайд Экстра. Чистота чисто Тайд.